С любовью из Питера в Сургутской филармонии прошел джаз-концерт уникальной и потрясающей талантливой артистки Эми Питерс. Сюда она приехала уже в четвертый раз. Зажгла публику и пробудила ее чувства от затянувшейся зимней спячки. Это выступление для певицы было своего рода экспериментальным. Аккомпанировали ей здесь не ребята из ее группы, а Сургутский экспресс-бенд и мастер импровизации, клавишник из Петербурга Андрей Кондаков. Это, конечно, очень интересный именно эксперимент своего рода, да, вот, потому что в Петербурге я работаю, ну, со своей группой, мы делаем хип-хоп, и сейчас вот мы также с Андреем Кондаковым работаем с Electric Project его, и это, ну, опять же, ну, это более современный, скажем так, джаз, но сегодня мы погружаемся в новую амплуа вообще для нас, для самих, вот, и это, конечно, прелесть разделять это с вами.